Спринговый страйкбольный пистолет Walther PPS от производителя из Китая компании Galaxy, версия мини. В комплекте был сам пистолет, магазин на 8 шаров, небольшое количество шаров и инструкция. Данный пистолет пружинного типа, то есть для его работы не требуется ни газ, ни аккумулятор, но перед каждым выстрелом необходимо взводить затвор вручную. Материалы изготовления: затвор алюминиевый сплав, рамка алюминиевый сплав, накладка на рукоятку пластиковая. Прицельные приспособления: целик и мушка. Органы управления: спусковой крючок и кнопка отмыкания магазина. Фиксатор затвора, предохранитель и курок выполнены в виде имитации, то есть они не функциональны. Хоп-апа у данного пистолета также нет. Чтобы произвести выстрел, необходимо зарядить магазин шарами, примкнуть магазин, взвести затвор и можно стрелять.